исход будет один и тот же. Скорее всего, это неизбежная какая-то катастрофа, и маловероятно, что мы ее разрешим. Часть муравейника разделилась, и они поддерживают там одну королеву, другие другую. Природа, она, конечно, очень политизирована. У меня было хорошее, счастливое детство, несмотря на то, что половина его я провел в больницах. Поэтому для меня было очень привычно. В принципе, это среда больницы, белая, стерильная, с отсутствием, в принципе, практически коммуникации с другими людьми. Я играл насекомыми, муравьями, собирал бабочек. И я мечтал стать биологом. Я просто строю мир по своим законам эстетическим. И когда я делаю инсталляцию, то есть я делаю ее исключительно для себя, чтобы мне было в ней комфортно. Я вешаю картины под себя, на свой рост рассчитанные, а не на среднего человека. У меня было просто очень много проектов с муравьями. У меня они живут просто дома в качестве домашних животных. У них есть болезни, какие-то хорошие периоды, плохие периоды. В нашей повседневной жизни такое большое количество технологий, что мне как раз наоборот интереснее уходить в более такое крафтовое искусство, то есть делать что-то руками. В любую работу я все равно стараюсь включить что-то природное, чтобы оставить какой-то генетический код, след, какой-то систематический код того, как наша планета выглядела. Экологическая проблема, но в России на самом деле не стоит вообще, то есть ее не существует. То есть у нас есть проблемы, которые интересуют нас намного больше. Это как раз религия, политика, какие-то социальные проблемы. Президенты могут сменяться, религии могут сменяться, а природа, ну, если она сменится, то нам, конечно, мало не покажется. Очевидно, что я нахожусь там внутри человеческого общества, скажем так, но мне очень интересно на него смотреть так же, как я смотрел в детстве на муравьев. Я беру мир, даю его людям и уже смотрю, что они там делают.